Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. И в этом видео я хочу показать, как установить MyMBP Lab, приложение для измерения артериального давления с помощью часов. В моем случае это Galaxy Watch Active 2. Также это работает на Galaxy Watch Active и Galaxy Watch просто, да? Но в России это приложение недоступно по ряду причин, объяснять не буду. И скачать его можно таким нехитрым способом и установить на часы, которые я хочу сейчас продемонстрировать. Итак, поехали! Так, значит, в первую очередь, что нам нужно с вами сделать? Нам понадобится приложение сервиса, VPN-сервиса, да, чтобы мы смогли войти как будто бы в интернет со стороны США, да. Что мы, значит, делаем? Заходим. Если у вас такого нет, то я вам внизу предоставлю ссылочку, и вы сможете его пройти под видео, поставив лайк и написать комментарий, скачать. Нажимаем. И ожидаем, когда активируется. Все готово. Ключик вверху, как видите, появился. Значит, мы сейчас как будто бы в США. И заходим. Заходим мы с вами в Galaxy Store, но не в него, а заходим в приложение, в само, да, в корень приложения. И здесь, что мы делаем, нам нужно память. Заходим в память, очищаем кэш и очищаем настроечки. И также, дорогие друзья, извлекаем с вами сим-карту. Это обязательно. Извлекаем сим-карту. Бац, все, сим-карту я извлек, как вы можете увидеть. А теперь включаем опять уже, заходим в Galaxy Store. Все, что он у нас делает здесь. Ага. Все, мы принимаем условия. Идем сюда и набираем MBP и Lab 2. Видите? Все, нам нужны часики. Нажали на часики. И вот оно, наше с вами приложение. Все, включаем и соглашаемся, принимаем и устанавливаем. Если у вас нет этого приложения на телефоне, то установите на телефон, потому что оно нам обязательно пригодится. Вот у меня предлагает обновление. Я его и на телефоне, слушайте, обновлю. Так, дорогие друзья, прежде чем настроить их на часиках, нам нужно установленное приложение на нашем смартфоне. Не просто установленное, но уже откалиброванное и работающее. Все, теперь, что мы с вами делаем? Нажимаем на сердечко, здесь, вот сюда, в самый низ. Теперь нажали калибровочку и ждем. Есть. Аддон, теперь он нам говорит здесь. Нажали сюда и вот. Надо нам измерить наш пульс. И давление уже на тонометре измеряем. В течение 5 минут все это нам надо сделать. 127 на 78 и пульс 75. Пишем сюда эти значения. 127 на 78 и пульс 75. Писали next. Теперь он нам предлагает сделать это на сенсоре смартфона. Все, ставим палец и измеряем. Готово. Теперь возвращаемся к часам и видим, что у нас появилось. Видите, вот такое вот изображение. Ну, хотя оно у нас уже появилось бы и после первого раза.
где написано, что надо нажимать на сенсор. Смартфоны, если у вас нет, то, естественно, вы, что, если у вас телефон не Samsung, то просто нажимаете отмену. И все. Теперь нажимаем и смотрим. 128 на 78. Смотрите. Просто шикарно. Измеряет, сами видите, как круто. Ну, вот так вот все, в принципе, легко и просто. Ну вот и все, дорогие друзья. Если вам видео было полезным, пожалуйста, подписывайтесь на канал Galaxy Watch. Не забывайте делиться видео со своими друзьями в социальных сетях. Ставьте лайки, пишите комментарии. Также видео, в описании видео доступны несколько групп, и в том числе два моих основных канала, на которые, броня, вы тоже найдете много что интересного. Спасибо за ваше внимание. До свидания, всего доброго и до новых встреч.